Приветствую всех любителей игры Fishing Clash. С вами, как всегда, Веталь, и вы на канале клана Непляне. Ну что ж, привет, друзья, привет, рыбаки, привет, браконьеры. Начался новый ивент с легендарной рыбой на локации река Сиянь. И давайте посмотрим, что к чему. Называется он «Кошмар возвращается», этот ивент. И, в общем, я там уже прикидывал, посмотрел, что к чему. Здесь у нас рыбацкая битва в первом задании. А нет, здесь лучшим результатом. Ну, в общем, все те рыбы, которые были вчера, здесь сегодня их надо всех по 12 как минимум повытаскивать. Здесь, да, у нас рыбацкая битва. И также серия побед. Все эти, которые рыбы вчера были, по отдельности. Ну, в общем, поединков насыпали они нам здесь немало. Так, и здесь с легендой. Серия трех поединков. Ну, в принципе, такие серии терпимые. Одна приманка. Ну и получим результатом. 12 звезд, понятное дело. По приманкам. Одна приманка прилетела с бустера. И одну приманку я тоже только что кинул. Но лучший результат прилетел уже вот с этого пакета. Со второго. Ну а дальше пока еще никто ничего не кидал. Начну, наверное, с рыбацкой битвы. Там надо занять серию. Я смотрю, появился и большой турнир, и грандиозный вызов. В общем, напихали тут у нас. Так, третий раз, как минимум второе место три раза подряд. Вот это вот хочу закрыть, попробовать. Второе место три раза подряд. Удочка, конечно, у меня слабая, на легенду выпала, но не знаю, стоит ли ее вообще пока прокачивать, либо же подождать, пока более-менее нормальная удочка выпадет. Пока еще, в общем, не знаю. Сейчас посмотрим, что тут у нас. 4000, ну нормально, в принципе, неплохо. Первый раунд у нас, в общем, получается, все те рыбы, которые были вчера, 4 рыбы эти, они там по очереди как-то попадаются в рыбацкой битве, потому что мне уже попадался и миф, и эпик. А второй раунд, ну конечно, 100% само собой, здесь легендарка. Ну, в общем, попробую сейчас как минимум второе место взять. Я даже не знаю, стоит ли заморачиваться сейчас с этой удочкой бесполезной. Хоть какая-никакая, конечно, упала, но тем не менее она никак никудышняя. Так, 12800. Там уже товарищ потянул. Ну да, ну 12, ладно, попробую уже хоть какую-нибудь, может для второго места прокатит. Ну тем более сонар, без сонара удочки нету, поэтому... Так, что, ну даже рекорд, 10 звездочка, на 12067. Так, хорошо, есть второе место, здесь у нас кубики. Рыбка моя золотая, 193 место. Так, вот еще одна удочка. Что у нас тут? Миф. Ну ладно. И три золотых пакета. Это хорошо. Кстати, река Сиянь там что-то выпала. Редкая какая-то, я заметил. Ну ладно. Сколько штук, непонятно. Морские глубины. А вот еще Сиянь. Черный сомик. 24 штуки золотого с обычного пакета. В принципе, неплохо. Так, ну что ж. Удочек поднасыпали, конечно, немало, но нету на легендарку хорошую. Есть одна только где-то выпала легендарка. 2,4, первый перк. Ну, я не знаю, стоит ли что-то с ней заморачиваться. Хотя, вот да, 4,1 крутится, в принципе, неплохо. На 20 жемчуга больше у меня нету. Попробуйте здесь еще. О, 3,7, в принципе, неплохо. Ну, удача не крутится. Все, на этом все. Ну, пока, в принципе, пускай, наверное, пока будет даже такая. Сделаю я, значит, ее пятерочкой. И можно будет хотя бы на такую половить. Ну, а там где-то еще, может, откуда-то как-то 2,5% увесистая. Может, где-то как-то откуда-то еще перепадет, в принципе, мне. Легендарка, тогда попробую сделать ее шестой. Ну, пока пускай будет так. Так, ну поехали дальше в рыбацкую битву. Удочки все-таки однозвездочные падают. Да и там большие пакеты будут дальше по ивенту.
По-любому где-то что-то как-то на легендарку перепадет. Должно, по крайней мере. Ну, а пока перебьюсь такой, какая есть. Так, 12, 12, ну, 13, 600 пускай будет. Я думаю, хватит. 13, 600 для второго раунда. Наверное, мультик даже не буду включать пока. Главное второе место занять еще два раза. Тогда, в принципе, уже и награды какие-то там прилетят по-любому. Так, 11800 попробовать. Там, конечно, дерево еще можно было бы, но я даже не знаю, стоит ли сейчас прокачивать дерево на, именно на легендарную рыбу, либо уже собирать на бонус соревнований максимальный. Вот это вот еще такой вот интересный вопрос. Потому что бонус соревнований, ну, как все мы знаем, он очень-очень хорошо помогает на все виды рыб, абсолютно на все. Так, 11900, что там перекидали у меня уже, да? Что-то там вообще трое не ловят. Подозрительно как-то очень. Так, ну, на 12600 даже проклюнуло. Это еще 10 звезд. Ну, пускай, ладно. А, 12194. Ну, второе место, по крайней мере, в рыбацкой битве есть. И поехали еще раз. Там надо, по-моему, второе место. Так, да, еще раз второе место надо. Ну давай, не скиньте. 10 тысяч чей дают, в принципе, немало. Главное, кто попадется сейчас, соперники. Так, здесь вот кого-то эпик попался. Так, и одно сейчас лучше результат с эпиком сделать. Попробовать там на 9000 хотя бы дернуть. Не хочет. Вот, на 9300, ладно. Ну там, конечно, надо все двенашки. Там все вот эти 4 вида рыб просят все двенашки, чтобы были. Ну, понятно, само собой, потихоньку. Там еще куча поединков закрывать, куча всяких заданий. Я думаю, все эти задания повыполняю. Надо будет, конечно, только... время. Время, конечно, улетает немало на эти все задания. Особенно серии поединков. 10-звездочную ставил, но 11 пока не видно было. Легенды, но я думаю, прилетит обязательно. Для меня главное только найти удочку, чтобы я уже сделал шестерку на легендарку. А вот на 14 тысяч показал сонар, 50%. 13 с копейками. Должна быть, по идее. Сейчас посмотрим. Так, да, 11 звезд есть. На 14200. Отлично. Так, даже первое место еще в рыбацкой битве умудрился занять. Так, однозвездочная удочка у нас. Что тут у нас редкое? Так, закрыла складка. Здесь что тут? Ага. Вот так вот. Здесь дают... пакет приманок на выбор. А, еще 5 штук. И этих 5. И этих 5. О, кстати, интересно, по 5 штук раздали. Неплохо. Эпиков 5. У меня 4 эпика осталось. И на шестую приманку можно уже качать. Так, здесь тоже прилетает золотая награда. Жетоны, уси, сонары и удочки. Так, эпик. Эпик, редкая, миф. Редкая. И что? И непонятно, что там третья была. Ага, легендарная. 1.6. Тоже слабенькая совсем. Так, кстати, здесь тоже забрать этот пакет. 25 жемчуга забирать за 11-звездочную легенду. Ну и попробую сейчас этот жемчуг, наверное, докрутить уже. Я так понял, хорошие удочки мне уже пока не светит. А там у меня, в принципе, первый перк уже неплохой. Где тут у нас легендарка? Ну да, первый перк вообще шикарный. Да и 3.7, в принципе, неплохой. Здесь вот этот подкрутить бы, где 2.5. Вот, на 3.2. Ой, как хорошо. И давай сонарчик бы еще, конечно, процентов на... Ну ладно, пускай будет пока 50. Не хочет крутиться.
Ну вот такая, в принципе, удочка меня уже вполне устраивает. Теперь я, значит, эту пока не трогаю. Бычка тут тоже 4,5, где самые слабые удочки. Кабычка 3,5, но здесь 4,5, в принципе, здесь хорошая. Вот эту можно убрать. Так, увесистая рыба. Ну и теперь самое главное, чтобы они дали мне хороший последний перк, потому что крепик и обычка. Потому что жемчуга у меня уже нет. Крутить ее. О, ну 12, ладно, терпимо. Больше 10, в принципе, уже хорошо. Так, по дереву что у меня? 230 приманок. Ой, 230 жетонов. И что мы? Ну да, наверное, придется прокачивать легендарку здесь. Потому что ждать, пока она собирается, мне кучу жетонов, времени пока нет. Так, осталось там еще, по-моему, 4-е место в битве забрать. Серия типа какая там. Ну и потом уже, наверное, пойду дальше по поединкам. Так, здесь у нас миф. Так, ага, убрал только кубики и сразу понятно-непонятно, что пошло. Но кубики надо жалеть именно на легендарку. Эти мифы, эпики можно пока и без кубиков потягать, а легендарку, конечно, без кубиков очень-очень сложно. Так, 13400, ладно. Я думаю, пока прокатит. Здесь мне, в принципе, уже второе место не обязательно, хотя бы третье можно удержать. Будет неплохо. Так, 15 минога. Хорошо, ну поехали, теперь уже более-менее удочка какая-никакая есть. 10 тысяч, что-то 10 400, 10 300. Так, там уже на 13 300 тянут ребята. 9 800, 10, ну да, что-то совсем мелочь. Ну, понятное дело, вторая приманка, хотя, в принципе, нету пока ничего. 11500, даже больше 10 тысяч пока не видно. Мне надо хоть какую-нибудь уже подсекнуть. Так, еще разок и еще разок. О, 13 тысяч, отлично, успею. Сколько там, на какое место или не успел? А, успел, да, первое место даже занял в рыбацкой битве, отлично. Так, хорошо. Что у нас теперь там по рыбацкой битве осталось? Так, 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 так. Серия, в принципе, закрыта. А, ну все, в принципе, по рыбацкой битве все. Теперь по лучшим результатам здесь осталось. Так, серия за обеих рыб. Ну, поехали. Попробуем серию из трех поединков за обеих рыб. С легендарной рыбой. Может, пока еще сильно ребята не разжились приманками, может, успею как-то. Так, пока ладно. Здесь я лица попробую дернуть. Леандр, ты что злишься? Я еще даже ничего не словил, но уже злишься. Так, 300. Ну да, за обеих рыб, конечно. Ага, и злился. Че ж ты злился, если ты таких хвостов тягаешь? Это мне надо злиться. Ты 3700 дернул. А мне этого ельца на 3700, чтобы дернуть, надо поднапрячься. А, все, ты уже теперь радуйся, да? Так. Ну там за обеих рыб надо. Надо 3700 искать. Да пожалуйста. Это тебе спасибо, что серию мне портишь. Давай еще сдайся, пока я не вытяну ее. Так, 3800. Ну нормально. Забей, хрип сойдет. Так, легенда, я так понял, у него еще приманки нету. Разлился. Я думаю, да я уже выловил бы хоть какую-никакую. Хотя всякое бывает, до последнего тянут. Так, есть первый, пошел. Хорошо. Есть такое дело. Так, забей их рыб и поехали дальше.
14200. Ну, в принципе, да, неплохого хвоста уже отдернул. Так, что здесь у нас? Ага, усач. На редкую удочку у меня, к сожалению, нету. Это плохо. Тут-то могут сейчас меня и скинуть серии. Так, 5700. Ну, на 6000 вроде потянул. Так, 8, 8, 7. 10. Ладно, хоть какой-нибудь уже вытянуть. Главное, чтобы он сейчас усача не перекидал. Чтобы за обеих рыб серию не сломал мне. Так, 10600. И что ты там, легендарку ловишь, или у тебя ее тоже нет пока? Так, вот до 15000 показался на... А ну-ка, ну-ка. Может даже... Ага, он сдался, ну ладно. За обеих рыб поединок тоже засчитается, отлично. Но... легендарочка, да, рекордная. Рекордная зашла. Сколько тут? 14626, неплохо. Есть вторая победа. Ну, еще бы, конечно, одну победу. Желательно, чтобы меня не скинули. И было бы красота. Ну, буду надеяться, повезет. Так, балаган. Поляк. Ну, поляк это не совсем хорошо. Они обычно свирепые. Так, и у нас тут миф попался. Ну, миф более-менее это хорошо. Он у меня немножко подпрокачан. Так, 8700. Ну да, нормально. Пока вроде нормально все. Ну и опять легендарка. Желательно какую-нибудь достать до того, как он порог 30 секунд перейдет, чтобы он не успел вам сдаваться, чтобы за обеих рыб засчитывалось. Может, это последняя у меня третья победа, и здесь проигрывать нельзя ни в коем случае. Так, 14500. Ну, в принципе, 11 на вторую приманку, ребята, довольно-таки неплохо берут. Так, 13200. Ну, ладно, уже, наверное... 13400. Но все равно там надо лучший результат. Там надо 12 звезд тянуть этого килька. Ну, уже под вызов. Наверное, будет под него вызов. Либо там же еще есть поединки. Куча поединков потом на этих всех рыб повторяться будут. Усилители надо беречь как можно, конечно, сильнее. Ну, надеюсь, не перекинет. Ну, в принципе, уже не должен. Ну, и сдаваться тоже не сдается. Странный какой-то игрок. Ну ладно, не перекидал мне, не сломал серию, и на том принципе спасибо. Есть серия с трех обеих рыб закрыта. Так, платиновая награда прилетает. Здесь приманки, удочки, гирьки, еще жетоны в принципе поднасыпают. Вот, есть этого ельца, прокачать можно уже. Так, ну в принципе хорошо. Хорошо, что уже можно будет хотя бы обычечку делать у меня. Так, легендарка. Вот тут тебе легендарок насыпают. 3,9. Ой, сонар 80. Ничего себе. Ну ладно, в принципе, у меня уже более-менее неплохая удочка есть. Даже вызовы первое место пока что. Так, что по ивенту? Так, 17-й как-никак пока идет. Так, здесь по легендарке, в принципе, все у меня закрыто. Осталось только вот 14750 и 12. Ну ладно, это все в процессе, я думаю, сделается. Кстати, большой турнир, я еще пока даже не заходил. Не знаю, стоит ли в него заходить сейчас или не стоит. Хотя, наверное, да, попробовать можно. Здесь тоже одну легендарку дают, но аж в самом конце. Ну ладно, попробую одну жизнь спалить. Посмотреть вообще хотя бы, что за рыбы. Так, легендарка и миф. Понятно. Так. Так, 12.
Сейчас посмотрим, что он там нам вытягивает. Или он тоже легендарку сразу пропустит. Ладно, 12 тысяч пускай будет миф. Слабый, конечно. Но я что-то смотрю, он совсем ловить ничего не собирается. Так, 11 800. Ну, это мелочь. Но если учитывать тот факт, что он вообще не ловит ничего, в принципе, нормально. Ну да, единственное, что легендарка, конечно, съедает много-много усилителей. Так, 12 900. Время, в принципе, более-менее в большом турнире дают. Поэтому можно немножко поискать. Что тут в самой первой коробке? Пачка обычных приманок. Тоже неплохо. Тут на финту. Ну, у меня, в принципе, уже на этого ельца хорошо. На девятую приманку я нашкреб. Но, тем не менее, хорошо. Приманки дают, это неплохо. В первой коробке. А во второй однозвездочную удочку. Ну, это, конечно, смешно. Так, ну ладно, попробую пока до первой потери жизни рыбачу. Наверное, вот сразу сейчас уже она и наступит, я смотрю. Судя по значкам соперника, я так понял, сейчас, наверное, первая жизнь мне и потеряется на этом этапе. Ну ладно, посмотрим, пока загадывать ничего не буду. Так, 12 600 леву потянул. Ну, это не маленькая. Поискать. Ну еще игра тормозит, как всегда. Самый такой интересный момент, когда проходишь большой турнир. Ого, на 14 800 потянул. Ничего себе. Ну да, я так и понял, что этот чувак меня сейчас скинет. На 13 800 я тоже дернул, но все равно не перекидал его. Чуть-чуть там не хватило. Ну ладно. Пускай пока ребята наиграются. Здесь таких особо супер наград я не вижу никаких. Единственное, что вот эти вот, ну ладно. Большой турнир можно и пока повременить с ним. Так, пойду лучше пока еще по ивенту погуляю. Посмотрю, что тут у нас еще можно где что подловить. Так, действие, действие 2. Здесь у нас, ага, здесь так же само по сериям поединков. Ну давайте, уже одна победа есть, еще две здесь попробую добить. Хорошо, что не забей их рыб хотя бы. Просто победы. Так, так. Ну, попробую так вот покидать. Так, килька. Килька не берет пока. Вообще нормальная, не путевая. Вернее. А, на 13 700. Без удачи не хочет. Таких нормальных хвостов не проклевывает. Тринадцать шестьсот. Ну и он там ельца потянул на 3 700. Ну, на девятую приманку можно уже сделать. Девятая приманка повеселее, да, на дело по идее пойти. Ага, теперь удочки у меня на обычку нету. Будет сложно, конечно. На 12 звезд этого ельца найти. Ну, удочек еще поднасыпят. Обязательно на обычку, конечно, склепают. Хотя там есть, в принципе, удочка, по-моему, надо посмотреть. Так, ну, вроде должно быть нормально, по идее. Второй поединок есть. Да, игра опять начала подвисать. Да ладно. Что там по удочкам? Да, есть обычка четвертая. В принципе, вот даже на этого дельца она и есть. Так, ну значит, какую-никакую, а все равно сделать ее надо. Сейчас мы это все дело поправим. Так, легендарка. Редкая. Вот эта, в принципе, даже довольно-таки неплохая. Есть. 4-6 перв. Так, а, мне тут не хватит троек еще. Ладно, пускай пока удочек еще поднасыпят, потом доделаю на обычку.
Ну, по-любому надо будет ее сделать, потому что там серию побед надо закрывать. И с этим Ельцом тоже. Но здесь уже хотя бы с мифом закрыть. Попробую сейчас третий поединок. $14 300 мой лучший результат. Это была двенашка. Так, и легенда попалась тут. Ага, игра начала опять виснуть. Это мне не нравится. Когда серия поединков у тебя происходит и начинается подвисалово. Так, на 7600 легендарка пошла у него. Хорошо. Пока терпимо. Так, на 13 300. Попробую тоже без удачи пока покидать. Может, что-нибудь интересное выйдет. Так, на 14 800. Почему же даже неплохо что-то там показывается на результат. 14 300. Ну, нормально. 11-е, в принципе, заходят. Ну, если, в принципе, так налегке заходят 11-е, то, я думаю, зайдет и 12-е. Так, здесь серия трех побед пошла. Отлично. Так, ну, в общем, еще кидать и перекидать, я так понял. Куча заданий, куча ивентов. Вернее, не ивентов, куча заданий. Так, здесь победите в поединках. Ага. Сельцом. 1000 дают. 11-звездочную. Обычную. 12-звездочную обычную. Ага, черный сомик. Черный сомик за обеих рыб. Ага, вот тут еще тоже серия. Просто три поединка. Так, эпика. 8800, 9600. Так, а ну попробую сейчас эпика дернуть. Форель с одиноморскую. Так, 10 звезд. И эпические 11 и 12. Ага, попробую сейчас по эпикам прогуляться. Так, посмотрим, что там по эпикам получится. Где тут у нас одиноморская форель. Ну, попробую сейчас здесь еще серию поединков забрать. Чуть-чуть не хватает мне до 6-й приманки, а 4 приманки. Печально, конечно. Так, 5000. Пока безудачно. 8600. Так, и ильх на 12200 потянул. 8419 пошла. Так, посмотрим сейчас, что у меня тут получится выводить. Ну, в принципе, 12-200 это не так и много. Даже на 13 будет достаточно, чтобы так долго сильно не искать. Так. Ну да, 13-100. Нормально. Я думаю, хватит. Там за обеих рыб, в принципе, не надо. Ну, единственное, что мне, да, вот эту форельку надо на 12 звезд тоже найти сегодня как-то. Но вчера она и шла, а сегодня она может уже и не идти, как всегда. У них обычно бывает, пороги завышенные будут. Ну, посмотрим. Все равно сейчас, ну, за раз все, конечно, это не закроется, не пройдется. Потихоньку, я думаю, в течение дня это все эти задания я позакрываю. Так, есть тоже поединок. Первый пошел, ну да, добью уже, наверное, эту серию поединков, а потом остальные уже буду сам потихоньку себе домучивать, потому что столько поединков подряд, это, конечно, сильно, столько серий. Ладно, посмотрим сейчас еще. Форелька, да, 4 приманочки, конечно, где-то поднайти на 6-ю приманку, та-яй-яй-яй-яй, залетали бы они аж на бегом. Так, тут легендарка попалась на 5 поединке. 5000. Там у нас по эпикам нету крупничка пока. 7000, ну попробовать может с удачей. Так, 4900 он вообще поймал. Ну понятно, в принципе, можно будет не напрягаться. То есть ничего тут сильно, соперник вроде не такой не резвый. 9133. Ну 9500 надо. 9500 это двенашка. Так, ну по легенде посмотреть, что там хотя бы дело 12 тысяч бы найти, если она у него есть вообще, в принципе.
Может такой вариант быть, что у нее и даже леги нету. Так, ладно, на 10 тысяч потяну хоть какой-нибудь. Потому что я смотрю, там и по эпику я нормально по очкам ушел вперед. Сейчас посмотрим, что там по легенде у него. Ну, вроде пока нормально. Я думаю, серию побед он мне сейчас не сорвет. Ну да, что-то у него этой леги вообще нет было. Либо он просто не успел ее найти. Так, есть такое дело. Еще одну победу надо. С эпиком. 9572 там лучший результат. Это была двенашка. Ну, на 9800 я вчера так и не нашел. Это, конечно, перебор. Я пожалел просто усилителей. Так, ага, я опять и лес тут попался. Подождать уже, посмотреть, что там по вызову прилетит. Так, 11. Ага, тут елец на 2800. Ну ладно, на 3400 попробую, пускай будет. Для победы, я думаю, сойдет. В принципе, усилители сжечь не обязательно. Я думаю, сегодня в вызовах будут не только легенды, будут, по идее, повторяться. А может и только легенды. Если только легенды, тогда плохо, конечно. Так бы можно было пить под вызовы и как раз двенашки поискать. Вот эти все, вот эти четыре рыбы, которые вчера были. Можно было, конечно, под вызовы поискать. Но если не будет вызовов, значит, придется так искать. Ну, по возможности, конечно, под двенашки все позакрывать должен. Так, ну что там, Нель? Сдавайся, давай. Я думаю, тут тебе уже ничего не светит, в принципе. Ну, нормальных хвостов я потянул. Ну, сдаваться не сдается все равно. Что-то там пытается ловить, ну ладно. Лови. Так. Ну, все-таки сдался, все-таки решился. Ну, молодец, красавчик. Так, здесь тоже есть серия побед. Что у нас получается? Ага, прилетела уже следующая коробка. Алмазная награда. Тут у нас 100 сонаров, 100 жетонов и еще легендарочка. Ну понятно, до третьего уровня тут еще качать и качать ее. Не факт, что, конечно, что-то получится. Так, ну все, в принципе, друзья, буду, наверное, на этом заканчивать. Все эти результаты я потом уже подобиваю сам потихоньку. Подлавливаюсь и буду надеяться, что хотя бы то же самое в этом рейтинге. Ну, в соточку попасть бы было, конечно, замечательно. Что тут у нас? Какие подарки? Вот, кстати, здесь вот уже у нас пакеты фортуны дают за топ-100. Это уже более-менее, конечно, интересно. Ну, в общем, вот такие вот, как говорится, друзья, дела. Все, хотелось бы пожелать вам всем ни хвоста, ни чешуи, удачных, нормальных трофеев натаскать, ребята. Также хотелось напомнить всем, кто не подписан на канал, жмякаем на подписочку. Остаемся всегда в курсе кодов, новостей. И, в общем, хорошего настроения. Все, буду заканчивать. До новых встреч и пока-пока.